Всем привет! Винтажный усилитель RDL. Такой вот старенький американский усилитель. И сейчас мы его проверим, в каком он состоянии. Удивительно, 5 каналов у него. Удивительное количество. Давненько не видал усилителей с встроенными пружинными ревербераторами. Но тогда так было модно. И вот так вот платы, прямо вот микшер отдельно, трансформатор, какие-то вот у нас транзисторы стоят с портнамберами, похоже тут бренды, конденсаторы похоже наверное менялись, вот один болтается, это мы сейчас посмотрим, ну, интересно сколько ему лет. Так, вот что тут, модель, дата 90. Пятый год, во всяком случае, это срок выпуска танка реабилитационного. 95-й, 5, 23-й, 28 лет аппарату. Ну, так вот приблизительно. Вот посмотрим, в каком он виде. Не вижу, чтобы что-то копался кто-то особо, кто-то паял. Но сделан вот так, конечно, по-железному. Сейчас сначала надо посмотреть, он 120-вольтовый или 230 уже. А может там переключается. Внимание! Что внимание? 4 ампера предохранитель. Похоже, это все-таки 120-вольтовый усилитель. Сейчас будем вычислять. Так, цифры на трансформаторе нам почти ничего не дают. Попробуем закинуть их в Google. Может, что узнаем. Похоже, я все же ошибся. Made in England. Значит, он все-таки английский. А то, что я видел в интернете, это в одном из штатов США, это магазин его брендированный. Ну, раз Made in England. Он так немножко напоминает, конечно, самоделку. Но тогда, видимо, был такой стиль. Так как собирали вот платы. Сейчас у нас радиолюбители такие травят в тазике в ванной. Без всяких масок, без ничего. Ну, вот эта плата посерьезнее. Возможно, покупалась у кого-то другого. Хотя, может, я и заблуждаюсь. Может, я зря придираюсь. Включателю пиндык. Как минимум. Надо менять. Трансформатор на сетевой. 3 провода. Может, нам повезет. И вот этот проводочек окажется 220 вольт. Ну, может, и не повезет. Сейчас проверим. Ну, вроде повезло. На оконечнике плюс-минус 60. Операционнике плюс-минус 15. Вроде так и должно быть. Сейчас попробуем, что он нам показывает. На слух. На выходе полевики, похоже. Хотя я сейчас транзисторы гляну, что за ним. Судя по надписям, это мониторный усилитель. Еще вот интересно, почему же такой слабенький здесь. Два транзистора всего. И плюс-минус 60 вольт. Как-то слабовато. Написано 250 ватт. Ну, померяем. Похоже, здесь один канал всего. Мощность померяю позже, как и следовало ожидать. Потенциометры все несколько подгулявшим состоянии. То есть их надо будет все помыть, почистить. Но я вижу, что под замену они и просятся. И получится прекрасный, ну, большой, но зато винтажный, настоящий, оригинальный, не китайский мониторный усилитель. И я его в своей второй студии пристрою. Мне он очень нравится, и мониторчик оригинальный тоже. Я еще, конечно же, не стерплю, залезу, посмотрю, какие там динамики. Если оригинал, все это дело решенное. Я этого англичанина 30-летнего, он все равно помладше меня, разиков 2, оставлю себе. И места он много не займет. Никаких вентиляторов, даже на предельной мощности, никаких писков от трансформатора привычных. В общем, на этом все. Буду делать ему профилактику. Я думаю, это не сильно уже интересно. Отмывать. И поедет он ко мне. Отвлек меня немного Вайбер. Забыл всем сказать. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Пока и счастливо.